Всем здорова, друзья, с вами Спикер и мы The Forest. И сегодня продолжаем смотреть самые шикарные постройки The Forest от подписчиков, друзей. И давайте посмотрим сегодня просто самую обалденную постройку, которую я видел в The Forest. Меня редко чем можно удивить, но эта постройка меня слегка удивила. И постройка находится прямо в кратере, и она порхает. Она висит прямо над кратером, и это смотрится просто обалденно. Словно какой-то построил мастер, словно построил какой-то фокусник, но она реально парит в воздухе. Обалдеть. Это реально сделано круто, сделано из камня и, конечно, из дерева чуток, но это смотрится просто шедевр. В принципе, сделано найс, можно тут пройтись аккуратненько и дойти до этого домика с помощью такого мостика. Обалдеть. Тут тоже маленько страшно, если, конечно, не было перил, было страшнее гораздо. Хорошо, мы идем в эту постройку и будем ее сегодня обозревать. Обалдеть. Тут нас так встречают колонны и сделано довольно уверенно. Есть такие окна, довольно ровные окошки и это просто огромный. Огромное здание, огромный замок, и это, видимо, у нас можно тут зажечь огонь, что ли? Ну, хорошо, мы заходим в дверь, у нас всего лишь одна дверь, и у нас тут сразу много комнат со всех сторон. Давайте сразу направо, и что у нас тут есть? Ох, май гад, тут словно какое-то... Это у нас оружейное, как понимаем. Много оружия есть, много припасов, и, конечно же, довольно красиво сделано. А вот здесь смотрелось бы гораздо симпатично, наверное, вот так топорик. Вот такой топорик. Гораздо симпатичнее смотрится. Здесь тоже можно убрать мушкет и тоже посадить вот такой топорик. Вот, надо красиво смотрится. Хорошо, что у нас тут есть? У нас есть все современные оружия, есть бензопилы, топорики, есть попеть, есть зайчишки. Пути-пути какой ты, беги отсюда. Есть припасы, конечно, как без припасов, можно поесть, покушать алкоголь и много сушеного мяса. Вот она, кроличий рай. Обалдеть. Сколько здесь кроликов, бензопива и также есть стрелы, из которых можно пострелять. Как же и без этого? Но нету тут мишени. Здесь можно было поставить где-нибудь мишень. Вот, к примеру, вот сюда в конце можно было поставить мишень и пострелять. Хорошо, у нас тоже есть тут виды, все виды оружия. В принципе, есть что взять, есть чем пойти на охоту. Хорошо, это у нас оружие, у нас... Выходим отсюда, и у нас тут есть лестница на второй этаж. Но сперва будет смотреть первый этаж, потом второй. Это у нас, видимо, у нас какой-то склад. Есть бревна, много бревен, и, конечно, тут есть уже... Ох, тут есть и шкурок. Сколько тут шкурок от кроликов? Сожрали кролика и посадили сюда шкурку. Это у нас кости, да, это, видимо, склад какой-то, и много припасов. В принципе, неплохо сделано. Их очень хорошо, идем дальше. У нас дальше есть еще дверь какая-то на первый этаж. И тут у нас... Ох, май гад. Тут тоже есть проход, видимо, с другой стороны. Да, там тоже есть проход. И можно пройти насквозь этот дом, насквозь кратер. Обалдеть. Прикольно сделано. Тут есть маленькая лестница, и можно... Вот тут балкончик такой. Очуметь. Тут нужно было сделать из костей, видимо, вот такую полукруг, полусферу нужно было сделать, конечно, из костей. Довольно было симпатично смотреться. А можно даже и отсюда и упасть, друзья. Довольно страшно. Тут у нас есть спуск вниз. То есть у нас первый этаж, есть подвал, и можно спуститься еще ниже. Да, там есть спуск вниз, и давайте же спустимся. Потом подниматься будем наверх и тоже смотреть. Тут у нас явно освещение. Спускаемся прям в кратер. Но сам в кратер мы, конечно, не спустимся. И тут у нас бар. Как же без бара в The Forest? Есть бар, можно, конечно, тут присесть, пообщаться с друзьями, рассказать, где охотился, где много кроликов и где найти белку. Белку в Форесте очень сложно найти. Ок, можно мяско пожарить. Интересно, а тут есть у нас мясо, которое можно взять, интересно? Мяса у нас тут нету. Тут нужно было сделать, конечно, мясо. Чтобы взял мясо, так и пожарил. Ну, к сожалению, мясо только сушится. Хорошо, можно тоже присесть. У нас, видимо, здесь колонна такая. Колонну сломаешь, и постройка практически вся сломается. Не найс, конечно. Бар есть, пару стульев тоже есть. В принципе, неплохо. Но нет трофеев. Нужны трофеи именно вот сюда. Но трофеи крепятся у нас, видимо, только на дерево. А деревьев у нас очень мало. Хорошо, поднимаемся наверх, поднимаемся уже на первый этаж, и там уже посмотрим, что у нас продолжается. В принципе, первый этаж весь посмотрели, нужно подняться еще выше. Какие-то двойные у нас лестницы, не очень-то, конечно, и прикольно сделано. Это просто расширенная лестница сделана специально. Тут у нас есть еще вверх подняться можно. А тут просто поднимаемся, и что? И все, что ли?
Просто площадка и все. Тут у нас ничего нету. Хорошо, в принципе, это был первый этаж, было подвальное помещение. И сразу поднимаемся на второй этаж. И что у нас есть на втором этаже? Сейчас мы посмотрим. Есть оружие, есть бар, и тут у нас большое помещение, где можно как раз и учиться стрелять. Да, друзья, вот этого не хватало в оружейной. И тут у нас как раз все для этого есть. Есть стрелы, лук и, конечно, копья. Что можно еще бросить прям в мишень? Ну, сейчас мы, конечно, выбьем десяточку и продолжим свой обзорчик. Ну, давайте, наверное, из трех. Что у нас получится из трех? Я попытаюсь, конечно, десятки, но надеюсь, у меня это получится. И последний бросок. Пролетела птичка, ее, кстати, можно тоже подстрелить. Живая мишень, обалдеть. Ну, такое еще, конечно... Оп, не, чуть выше взял. Давай-ка чуть ниже, друг мой. Конечно, это очень далеко, и в птицу это довольно будет сложно. Нет, еще ниже. Сейчас все стрелы расстреляю и не попаду в птичку. Нет, давай еще разок. Оп, еще чуток ниже. Ох, май га. Давай. Опять, что ли? Он реально как-то... Ну, хорошо, ближе подойдем и самоутвердимся. Оп, промахнулся, что ли? Прилетела вторая птица. Нет, ну я хочу попасть. Я хочу попасть в красную птичку, и сейчас мы это попробуем. Там сразу сели две. Нет, она все-таки пересела. Да, детка, мы это сделали, прям сральник ей дали. Тут реально живая мишень есть. Интересно, а почему не прилетает именно сюда? Очень интересный факт, они садятся прямо на мишень, и можно отстреливать, как живая мишень. Одна птичка готова, и можно, наверное, чуть подальше еще отойти. Сколько тут птиц, и можно реально их отстреливать? Оп, обалдеть, готово, я научился стрелять в живую мишень. Там, кстати, у нас подъем наверх прям по веревке, довольно прикольно сделано. Ну, живая мишень гораздо прикольнее, чем стрелять прям в мишень обычную. Кстати, нужно посмотреть, сколько мы выбили. Десятка есть хотя бы? Эх, я вижу только одну стрелу. А, вот мы стреляли. Ох, друзья, практически в десятку все попали, что ли? Да, в десятку, походу, все попали. Тут вижу, одна стрела всего лишь. Было, по идее, три. Есть у нас две птицы, можно стрелу забрать. Птичку тоже заберем, не будем мусорить. Птица полетела, и куда-то она слишком далеко. Оп, нет, улетела. Хорошо, поднимаемся еще выше. У нас тут есть канатная веревка, по которой можно вот так прыжком. Ох, я чуть внизу упал. Нет, все спокойно. Пробуем еще разок. По идее, не нужно прыгать, наверное, просто нажимаем Е нажимаем и поднимаемся наверх. У нас тут черепки освещаются. Нужно было развернуть его прям в нашу сторону. Гораздо было круче смотреться. Хорошо, поднялись наверх. И что у нас есть наверху интересного? Еще одна веревка наверх, и есть какой-то выход на балкончик, видимо. Тут у нас балкон. Ох, какой тут видок на кратер. Обалдеть. А вот у нас комнатка питания, возможно. Тут можно попить, поесть, а все разбросали. Ничего страшного. Придет, конечно, прислуга и все это дело уберет. Можно поесть, попить, конечно же, и посмотреть в окошко. Много окошек, довольно прикольно сделано. Найс. Хорошо, идем дальше, смотрим. Это у нас уже следующий этаж. Его сейчас осмотрим и пойдем выше. Можно подняться прям по лестнице, а можно подняться по веревке. У нас тут большой балкон, там бегает много мутантов, и можно прямо отсюда их отстреливать. Довольно прикольно сделано. У нас еще, конечно, очень много смотреть. У нас есть еще много этажей наверх, и сейчас мы пойдем как раз наверх. Можно подняться по лестнице. Не будем по веревке, поднимемся по лестнице и увидим, где эта веревка начинается. Итак, у нас... Сразу упираемся затылком, видимо, головой, упираемся прям в балкон какой-то. И еще один балкончик, интересная текстура, конечно, у этого балкона, как-то он сделан. Хлёст на хлёст на хлёст, странно, и есть дырка, в которую можно, наверное, провалиться. Нет, тут нельзя, конечно, провалиться, но, в принципе, хорошо. Балкончик сделан еще один для осмотра, еще выше. Поднимаемся дальше, идем... Это все, что ли? Это просто балкон. Нужно по веревке подняться еще выше. Так что спускаемся вниз и идем по веревке подниматься выше. То есть прям вот тут. Да, вот наша веревка. Тут нужно... А тут можно было подняться по веревке. Вот так, сделаем прыжок. Е нажимаем, запрыгнули сюда. Не-не-не, нам нужно выше, друг мой. Выше поднимаемся. Вот именно отсюда, с этой отметки должны подняться. Нужно сделать прыжок или просто нажать Е. А вот и прыжок. Прыжок Е. Нормально получилось. И поднимаемся еще выше. Тут уже видна крыша. Походу, это последний этаж. Поднимаемся на крышу. И что у нас тут есть? Ну, по идее, у нас все есть в этом замке. И нужно какие-то уже... Тут как даже тяжело дышится. Выше гораздо тяжело дышится. И тут можно выйти, видимо, на крышу.
Мы выходим на крышу и, май гад, какой отсюда вид. Конечно, можно и упасть, это довольно будет смертельно и опасно. Это была и крыша, что ли? Просто крыша, а что у нас много интересного с другой стороны? Сейчас мы посмотрим. Просто такой мини-балкончик. Можно отстреливать прямо отсюда, наверное, абориген, который бегает прямо вокруг кратера. Обалдеть. В принципе, это и вся постройка, это большое просто... Купол такой, сделан, конечно, очень круто со стороны, внутри тут довольно мало где осмотра. Два балкончика и крыша получается, вот и все сверху. Хорошо, друзья, мы посмотрели эту постройку, вы ее оцените в комментариях, я уже ее оценил, и увидимся уже в других роликах. Спасибо, кто смотрел, всем удачи и всем пока.